Ты стой здесь, ты понял? Стоять. It seems we stood and talked like this before. А? Шарлотта! О, господи! Тим! Да. Как же приятно тебя видеть! Ну-ну! Это моя подружка Тина. Да ну! Это же все объясняет. Рад знакомству, Тина. Что объясняет? У каждого в жизни бывают случаи, которые оставляют шрамы. Шарлотта отвергла меня. Мне было очень больно, но теперь, узнав, что у нее есть подружка, я словно сбросил тяжкое бремя со своих плеч. И вот я снова гетеросексуал, уверенный в себе. Ну, не такого рода подружка. Что? Думаешь, я лесбиянка? Да что ты? Что ты? Не думаю, конечно. С какой стати? Да, не думаю, правда. Подружка, тот же друг, только женского пола. Я пойду посмотрю, как там мой дружок, который мужского пола.